Солнышко, если ты хочешь пообщаться со мной, ты всегда можешь найти меня на моем Дискорд-сервере. Я отвечу на все твои вопросы лично, а ссылочка в описании. Мне надо банить плес. А, так мы это вчера смотрели вроде. Чё пришёл, я не пойму, Twitch FM? Да, мы вчера это смотрели. Мы его до сюда досмотрели, до Снейлкика, а потом забили. Во. Секрет, сколько лет вам? Блять, ту игру эту. Вот до сюда. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ольга. Ольга, если не секрет, сколько лет вам? А, не, вообще не секрет, 42. О, супер, вы... Это что ты? А где плечи? Куда они делали? Я сейчас не понял. Чё, блядь? Там, наверное, на Ронни Колмана в лучшие годы, наверное, даже большой ему был бы. Это что за, блядь? Там плечо на груди. Я и говорю, мне два коктейля. Мне коктейля. Два! Мне, значит, пасту. Две! Два! И она вот так повторяет, повторяет, и все равно один коктейль принесла. Капец! Дожди за, кстати. Кинь ему напоследок. Я не смогу его заставить. Ну, я, конечно, попробую. Я не успею этому ряду. У тебя 4 стика есть, и за их сразу вешаясь там. Понял. Записал. А ну! Ну давай! И в нашу сторону беги, наверное. Бля, пацаны, мне трусики снять или оставить? Сами снимем. Нормально. Мне интересно, он успеет или нет? Надеюсь, покажут. Бля, они показали! Пошел колобок в душ. Помылся. Выходит такой из душа и говорит... Блять, голову забыл помыть. Ой, блядь. Реально смешно. Очень смешно, на самом деле. Это пиздец смешно. Это очень смешно. Типа, вы знаете, я вам клюсь, вот реально клюсь собой. Я когда слышу эту шутку, у меня происходит семяизвержение непосредственно, понимаете? Я не знаю, это очень смешно. Вы, блядь, на чьем сидите в стриме? На моем или на Антона? Щиты они, блядь, поднимают. Щиты они, блядь, поднимают, нахуй. Вы чё, у вас что, мозгов нет, нахуй? Вы решили порофлить меня? Бля, Ксаген, брат. По одной простой причине. Во-первых, понимаете, не путайте, пожалуйста, терминологию в том, что когда я утверждаю своими словами, я говорю, вот он красный, окей. Бля, это смешно. Можешь пожелать здоровья? Вчера спускался с крыши, вдруг подхватил. Панк, желаю здоровья. Не успела прочитать, что произошло. В любом случае, все будет хорошо. Если все живы, то все будет хорошо. Гид, спасибо. Не спускайся, это Криена туда. Нормально, у меня есть план. Ну, давай. Блин, погодите меня. Нет, у меня нет плана на самом деле. А что смешного? Объясните шутку, плес. 18. Гид, у меня уже почти 19. Да? Влево не будет. Вот так, пацаны, видите? Это, знаешь, похоже, я видела в фильме... Ой, у неё стол, как у меня! Стол, точнее, как у меня! Только а мне белый. Там сначала интервью берем, а потом... Ну, мне нравятся такие фильмы. Давай по сюжету пойдем. Блядь, что? О, колодец, не помню, это врача. Хоть звуки, пиздец. Шмотку нахуй забрала. Забрали. Пожелайте челу удачи по-братски. От меня. Я с двух сундуков! Наручи! С двух сундуков одинаковые наручи достал! Я просто... Да, буду, бро, спасибо. Чем больше живешь, тем больше понимаешь, сколько долбоебов, блять. Ебать, он похудел! Ебать, он похудел! Пиздец. Как можно... Фига ему идет! Он был всегда таким худым! И очень похудел, не знаю, что я не замечала. Просто таким дауном быть, ну как, блядь? Нет, блядь! Серьезно? Ну... Бан на 5.62? Бля, так уже был бан. Подождите, а что там было-то?
5-5-50, сколько? Блядь! Вы чё? Сука! Вы достали меня уже! Сколько можно? Почему я вечно должна вестись на вашу хуйню? Почему? За что? За что вы это делаете? Ну не смешно, нихуя! Я бутылку сломала из-за вас! Вы задрали уже! Вечно все портите! Все! Ну, блядь, смешно уже, до абсурда доходит. Да светится имя твое. Спасибо. Но оно не светится, кстати, я отключил, потому что... Ой, классно, сейчас игра. Нихуя себе лупасит, сука, бля. Че за игра? Ой, бля, мне плохо. Блять. Сука, фу нахуй, хуйня ебаная, блять. Кто ее выпустил вообще? Ну ладно, окей. Ха-ха-ха! Нормально. Все, мы выбрались. Угу. Теперь идем искать. Ой. Тот самый генератор. Боже, как у него уютно дома, жесть! Ой, господи, бог, ой, мама родная. Ой-ой-ой, как же неожиданно было это все. Ой, сука. Ух, бля. А, я все-таки предлагаю посмотреть еще одну игру. Называется она In My Mind. Вадим, я нашла это видео! Вадим! Ты дебил, бля! Боже мой! Какая я! Ты дал, блядь! Спасибо большое за сам! Ты идиот, блядь! Да не смешно, нахуй! Иди посмейся дома! Даун! Сука, идиот, блядь! Ты зачем так себя ведешь? Даун, блядь, тупой! Сука, я обосралась! Я думала, это видео! Я остановила, все равно орала! Я думаю, почему орёт? Ой, боже, мне да, плохо! Блядь. Боже, вот это анимация, блядь! Вот это анимация, блядь! О! Так, сейчас я, блядь, раздуплюсь! Так, где моя пушка, блядь? Сука, бомбонская, блядь! Блядская игра, сука, дегенератор, блядь, конченых, блядь! Спасибо, брат, за ставку. О! Эти... Ломака, фоллу, брат, здорово! Здорово, брат, фоллу, ломака. Газеты. Ля, посмотрите, вандалы. Вандалы. Ля, сучок. Вот раньше на велосипедах мелкие развозили, а сейчас сучок. Как гниточки поступайте, кидайте просто. Вот это, конечно, контент. А это где? Интересно. Бич-репортер. Слышь ты, бич. Это я смотрю сериал «Настоящий детектив», пока сру на сортире. Интересная ситуация. Полина меня фоткала. А еще, высокие отношения. Сру, иду, Полина часто просит открыть дверь в сортир, чтобы она могла со мной разговаривать. Это я, чтобы не ставить паузу и не пропустить. Хочу сказать тебе ты лайк поставь и подпишись. Ты лайк поставил и подписался. Это Вангай или кто? Это Вангай, да, вроде? Ты классная, почему ты решила стать стримером? Какие чувства ты испытывала на первом стриме? Я испытывала, блядь, что делать, нахуй? Вот так вот я себя чувствовала. Ну, типа, я себя чувствовала максимально, типа, как-то... Бля, что мне делать? А как мне разговаривать? Как себя вести вообще? А что мне делать? Ну, типа, у меня сейчас такое. То есть я не стримила месяц, у меня точно такое же было. Вот вчера, например. Типа, первый стрим еще, ладно, как-то норм. А, вчера у меня вообще был тильт, блядь. Сейчас нормально.